Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, меня слышно. Сегодня третий день моего голодания. В этот раз только на воде. Ну вот, это было и целью. Надеюсь, ветер не мешает. Какой опыт? Хочется сказать, плачевный, потому что я все выдерживаю нормально, но это совсем нелегко. Но можно, то есть та же самая стоит цель, что и в прошлом году, научить себя, научить себя правильно голодать, научить себя входить в голод без особых проблем, это вроде бы получилось. Вторая задача будет пройти голод нормально и не потерять физическую форму, то есть я до вчерашнего, даже сегодня немножко побегала, но после бессонной ночи это было очень трудно делать. Что еще? Веду сейчас группу и вижу по реакции, кто серьезно относится к этому процессу, кому действительно нужно получить какие-то результаты и кто просто подглядывает, то есть даже мне не доверяет. Значит, я сделала домашнее задание, и ответили на него фактически только двое. Вот, поэтому двое ответили, 8 участвуют в разговоре, и 25, из 25 остальные наблюдают. Ну, наверное, так должно быть. Самое главное в этом всем процессе – это я. Другим могу помочь, другие становятся главными только когда они действительно ко мне обращаются и говорят, что да, вот мое домашнее задание, вот мои цели по колесу баланса голодания, вот мои ожидания от себя, и там я действительно могу помочь. Все остальные берут на себя обязанность как бы голодать, я бы сказала, хаотически. Вот, и здесь я заметила такую тенденцию. Значит, например, есть люди, которые хотят голодать 3 дня. Ну вот у меня сегодня 3 дня. Я сбросила, ну, наверное, 6 где-то килограммов, очевидно, сбросила. То есть, почему я говорю «то есть», потому что это килограммы воды, а не килограммы жира. Но я с этим знакома, почему? Сегодня, ну, можно сказать, вчера или сегодня, точной даты не могу сказать, начался кетозис, то есть, а мой жир начал преобразовываться в кетоны. Вместо того, чтобы организм использовал гликоген, превращал его в глюкозу и пользовался глюкозой как топливом. Поэтому мне привычно, что когда кетозис происходит, то он, я сотрясаюсь, я и дрожу, и такая тряска. Вот, поэтому я как бы распознаю, и резкая трата сил, я распознаю все-таки, что я в этом процессе нахожусь. Ожидается он на 3-й, на 4-й день. Вот. Значит, до вчерашнего дня я побегала, сегодня совсем немножко. Что бы я могла сказать, было бы умным делать для тех людей, которые хотят вот голодать только 3 дня? Мне кажется, умнее будет голодать на соках, оно не так мучительно, и зачем вам достигать кетоз во время голодания, который не сможет продлиться во время, ну, в течение какого-то времени, потому что кетоз предназначен для того, чтобы использовать жиры, использовать различные отходы, почистить клеточки, а вот во время разгрузочного дня, как называется программа теперь, можно быть и на соках, ну, на воде и на соках. Я знаю, что это гораздо легче. Можно добавлять даже лимон и даже мед в воду. Можно быть на чаях. То есть это вы не теряете физическую активность и вы не пугаете свое тело, если вы один на один с голоданием. Вот, поэтому мне кажется, что это лучше. Но люди сами за себя решают, это тоже нормально. То есть они хотят как бы попробовать по-геройски продержаться 3 дня. Хорошо, мы посмотрим на любые результаты.
какая все-таки опасность? Говорили, что будет тошнить, будет голова кружиться, будет обморочное состояние. Да, у меня были обморочные состояния, и те, которые в группе, они тоже делятся, что низкое давление. Значит, я могу посоветовать быть где-то рядом со скамейкой, с постелью. Сегодня ночью я очень плохо спала, поэтому я целый день отсыпалась в результате. Вот. Но видимость уже результата есть. Например, овал лица уже изменился. Ну, может быть, я так держу камеру, что этого не видно. Камера немножко меня округляет. Вот, я увидела, что и талия, и бедра, конечно, уменьшились, это, конечно, радует. На это голодание хочется подготовить себя к правильному прохождению и правильному выходу. А что такое правильный выход? Это когда удерживают, ну, во-первых, действительно мягко выходишь как бы с соками, с очень-очень легкой едой на какое-то время, то есть как бы голодание продолжается. Я надеюсь, что я продержусь 7-10 дней, но я посмотрю, насколько я буду долго находиться в состоянии плато. У меня обычно плато достаточно долгое, но на воде оно может быть совсем по-другому. То есть мне важно все-таки достичь своего идеального веса, в котором я никогда не была. То есть я маленькая, там 1,50 м, и мне нужно быть где-то 48 килограммов. Ну, это как бы девичий вес, но ничего. Вот. Поэтому мне было бы, наверное, комфортно, но очень непривычно. То есть я всегда пышка, очень непривычно. Поэтому мне никогда не удавалось удержать очень низкий вес. Я надеюсь, что в этот раз мне это удастся. А что еще надо сказать? Выход из голодания. То есть голодание состоит из 6 этапов. Подготовка, вход, кетозис, плато, подготовка, вход, кетозис, плато, выход и поддерживание результатов. Честно сказать, на всех этапах, если внутри голодания, это кратковременный достаточно процесс, его более-менее легко контролировать, да, то есть мы можем как-то себя держать в рамках в каком-то, на короткий период времени. Но вот когда люди выходят, когда я лично выхожу, то начинается подъедание того, что я считаю неправильным, да. И в прошлом году все равно это было, то есть в какой-то момент я прошла 4 раза голодания длительных, но это была не вода, а там добавление всего, что, ну, мне помогало, там немножко сладенького, ну, имеется в виду подслащенная вода и лимон, но это была жидкость. Вот. В этот раз я очень дисциплинированная, но вы понимаете, что вот эта старая зона комфорта, там, где вам все можно, и там, где комфортно, потому что все можно, вы не напрягаетесь, вы находитесь среди людей, с которыми все можно, то есть все можно, но оно приводит к другому результату. Мне нужен результат какой? Оздоровление, омоложение, изменение состояния вот отеков под глазами, чтобы ушла экзема с рук. Кстати, уже за 3 дня у меня руки стали влажными, то есть это хороший сигнал, но вот пальцы еще, такая несколько корка еще осталась. То есть экзема – это часть аллергии, и она очень… То есть экзема сама по себе классная вещь, потому что она как бы показывает тебе очень быстро, какой продукт не для тебя, например, там молоко не для меня. Вот. Поэтому все-таки я хочу избавиться от нее и просто знать уже по телу, есть такой разговор с телом, и можно выяснить для себя, какие же продукты для меня. И время от времени можно грешить чем-нибудь. Вот, то есть большие планы на это голодание, это исследование,
И с группой работать очень приятно, потому что... Так, белку видите? Вот, вот белка и моя сумка. С группой работать очень приятно, потому что интересные возникают волнения, вопросы, и интересно достигать целей. Вот, и интересно помогать людям в различных проблемах. Ну, такую вот, как бы, на закуску скажу, что голодание преследует оздоровительный эффект, то есть избавление действительно от болезней, очистительный эффект, избавление от аллергии, о которых мы часто не знаем, и похудительный, построенительный эффект. Но есть еще один эффект, эффект успокоенных нервов. Это уже есть, при том, что это, ну, можно сказать, стрёмно, просто потому что вот я сейчас чувствую такую слабость, что могу и упасть, если не заметить, если там слишком быстро двигаться там или в горячую там ванну зайти. В общем, нужно быть осторожной, и настоятельно вас приглашаю на сессию со мной, потому что несколько людей вот сейчас в группе, они совсем по-другому проходят через целую программу, там не только голодание, и это совершенно другой эффект. Я буду очень рада, мне это приятно, совершать такие геройские поступки и помогать другим. С вами была Ирина Шулькин, до следующих встреч.